Из этих достижений складывается ваша уверенность в себе. Неуверенность в себе, низкая самооценка часто мешают нам в нашей жизни. Но при этом важно помнить, что даже если вы считаете себя абсолютно неуверенным в себе человеком, это в то же время означает, что вы абсолютно уверены в своей неуверенности человека. То есть у вас есть эта уверенность. Она в вас есть. И поэтому важно помнить о том, что не бывает людей абсолютно плохих и абсолютно идеальных. Люди все разные. И каждый из нас по-разному проявляет какие-то свои достоинства. У каждого из нас есть свои достижения. И у вас есть свои достижения. И для того, чтобы ваша самооценка, ваша уверенность в себе росла с каждым днем, каждый день вспоминайте о том, что важного вы сделали. Это может быть мелочь. Может быть, вы перевели старушку через дорогу, а может быть, вовремя приготовили завтрак, вовремя пришли на работу. Вы это сделали, вы уже молодец. Это уже достижение. Из этих достижений складывается ваша уверенность в себе. И вы, важно, чтобы в том числе умели отделять ваши чувства, которые вы испытываете, от вашей оценки самого себя. Вы можете испытывать чувство вины, но это не значит, что вы виноваты. Вы можете испытывать растерянность, но это не значит, что вы трус. Даже смелый человек, даже герой может испытывать чувство стыда, чувство вины, чувство растерянности и страха. Это нормально. Это нормально испытывать разные чувства. Это как раз свойство достаточно хорошего человека испытывать те чувства, которые у него есть. Как раз это и есть признак уверенности, умение отделять свои чувства от самого себя. Другие люди имеют право на свою оценку вас, вы имеете право на свою оценку себя. Принимайте себя таким, какой вы есть. Любите себя таким, какой вы есть, несмотря на все переживания, которые встречаются в вашей жизни. И ваша самооценка будет расти с каждым днем.